Друзья, всем большой привет! Вы на канале Вяжем дома. И сегодня у меня выходит мастер-класс вот по такой вот детской без рукавочки. У меня получился вот такой вот очень симпатичный жилет с простым, но эффектным узором. Работой я очень довольна, как смотрится этот жилет. Мне нравится. Он отлично смотрится и на голое тело, и на водолазку будет отлично смотреться, и на белую рубашку, или даже любого другого цвета. Связан он у меня из 100% мериносовой шерсти, поэтому будет иметь вот такой вот отличный презентабельный вид на протяжении всей носки, потому что с ней ничего не случится. Получился очень-очень теплый. И не будет скатываться. К сожалению, не показать вам его полностью. Так вот он выглядит с лицевой сторонки. И вот так вот с изнанки. Вес у меня получился ровно 200 грамм. 199 грамм. Там, в общем, 200. Вязала я его из бобинной пряжи. Если в моточной, то 4 моточка по 50 грамм. Итак, по размерам. Сейчас я померила. Ширину получилось у меня 35 сантиметров. А длину еще не померила. И давайте длина. Длина 48 сантиметров у меня получилась. Мерила, ну, не по спинке, по переду, но от спинки и до конца резиночки. Итак, я вязала, как уже сказала, из бобинной пряжи. Но после того, как я сделала анонс на этот жилет, этот цвет весь разобрали. Если вы хотите на школу связать что-нибудь светленькое, у меня вот такие вот тона остались. Это номер 318. Вот этот тоже какой хороший. Такой песок я бы назвала. Вот он чуть потемнее. Такой вот цвет 317. Они, может, на картинках на сайте не очень смотрятся, потому что у меня не получается их хорошо сфотографировать. Но вживую очень красивые цвета. И еще один светленький остался. Вот такой вот. Так, это номер 303. Вот пряжа это Lana Gatta. Артикул England. Здесь на 100 грамм 250 метров. Или 125 метров на 50 грамм. Чем можно заменить? Заменить вы можете любой моточной пряжей, любой бобинной пряжей. У меня на сайте ее очень много. Вот у меня здесь под рукой лежит как вариант. Можно использовать Merino 125. Здесь также получается 125 метров на 50 грамм. Фаэтана. Здесь тоже идет 125 метров на 100 грамм. Также можно связать из фибра натуры Донна. Там 115 метров, но оно примерно по толщине такой же. Отлично подойдет Lana Gatta Super Soft. У меня, к сожалению, здесь его поблизости нету. Или вообще любая пряжа, бобинная, можно смотать ее во столько сложений, ну, чтобы подогнать под толщину. Плотность это все я в расчетах вам дам пост далее по видео. Итак, что я бы здесь изменила. Смотрите, единственное, я промахнулась тем, что я каждый раз об этом забываю. У меня раппорт узора 14 петель. Я разделила там на 14, ну, посчитала и стала вязать. А вы знаете, надо делить, но не на 7. Раппорт узора 7 петель. Я разделила на 7. И там сколько-то раппортов у меня получилось. А надо делить на 14 лучше. Для того, чтобы, если у вас спереди 20 раппортов, чтобы и по спинке было также 20 раппортов. А у меня там получилось, что нечетное число. К примеру, спереди 20, а на спинку осталось 19. Вот из-за этого, как бы, ну, я промахнулась. И вот поэтому у меня вот здесь, вот видите, вот так вот не совпали полоски. Но я думаю, ничего страшного. А вот так вот, учитывайте это в виду, и вот к моим расчетам еще добавьте один раппорт. И у вас тогда, ну, все получится. Итак, давайте приступим к вязанию. Итак, вязать жилет я буду из такой вот бобинной пряжи. Это 100% мериносик от фирмы Lana Gatta, артикул England. Здесь 250 метров на 100 грамм получается. Другой метраж, если моточную взять пряжу, это как меринос суперсофт. Как раз получается на 50 грамм 125 метров. Вот такая вот ниточка. Вязать я буду резинку на спицах 3,5, основное полотно на четверке. Я вот здесь вот связала два образца для расчета петель. Я сначала не знала, то ли полупатентной резинкой связать,
Очень хорошо вот эта именно пряжа легла в полупатентную резинку. Смотрите, как все ровненько. То ли вот таким вот узором. Я связала два образца, дала дочке выбрать. Она, как увидела, сразу же захотела вот этим вот узорчиком. Так что и мы будем вязать. Итак, смотрите, раппорт этого узора 7 петель. Я связала образец, померила плотность вязания. У меня получилось, что в 10 сантиметрах у меня 22 петли. Следовательно, в одном сантиметре 2,2 петли. У меня у ребенка грудь 65 сантиметров. Я не хочу, чтобы жилет был в обтяжку. Я добавлю 8 сантиметров, чтобы так посвободнее было. Получается 73 сантиметра. Затем я вот эти 73 сантиметра умножаю на 2,2 петли, что у нас получалось в одном сантиметре. Это получается 165 петель и 6, 160 и 60 петель. Раппорт узора у нас 7 петель. 160 не делится на 7 без остатка. Вот я приравняла 161 на 7 делится без остатка. Получается 23 петли. 23 раппорта умножить на 7 петель 161 петля. Так что на жилет нам нужна 161 петля. Но внизу я буду провязывать резинку 2 на 2. Вот так же, как вот здесь вот у меня. Раппорт резинки 2 на 2, 4 петли. 161 без остатка на 4 не делится. На 4 делится 160 петель. Значит, изначально резинку я буду вязать на 160 петлях. И потом, после резинки, когда буду переходить на узор, я одну петельку добавлю. Получится 161. Итак, мы теперь на спице 3,5 наберем 161 петлю. Одна у нас сократится, когда мы будем соединять вязание в круг. И у нас останется 160 петель. Итак, обычным классическим способом мы наберем 161 петлю. Я набрала 161 петельку. Вот так вот распределите на спицах, чтобы нигде они не перекрутились. Просто если перекрутятся, потом вам будет уже назад все не вернуть, придется распускать. И теперь соединяем круг. Сейчас покажу, как делаем. Для этого первую петлю с левой спицы снимаем на правую. И вот эту вот петлю набрасываем на переснятую и ее спускаем. Все, мы соединили вязание в круг. Теперь нам нужно повесить маркер. Здесь у нас будет начало ряда. И начнем вязать резиночку 2 на 2. Вяжется она просто. Две лицевые, две изнаночные. Две изнаночные. И повторяем. Две лицевые, две изнаночные. Так, провяжем мы резинку. Сейчас я посмотрю. Ну, думаю, не меньше 5 сантиметров. Сантиметров 5, наверное, да. Давайте провяжем и потом перейдем на узор. Итак, я провязала резинкой новую, нужную мне высоту резиночки. У меня получилось 5 сантиметров. И теперь будем вывязывать основной узор жилета. Итак, вяжем первый ряд. А, даже не первый ряд. Давайте мы сначала провяжем такой один установочный ряд. Провяжем полностью ряд одними лицевыми петельками. Так будет легче переходить на узоры. И помните, что нам нужно прибавить одну петельку, так как у нас 160, а для узора нам нужна 161 петля. Как прибавить, я вам сейчас покажу. Вот у нас идет лицевая дорожка. Мы вот эту вот петельку предыдущего ряда подхватываем, одеваем на спицу и провязываем ее лицевой петлей. И дальше вяжем все петельки лицевыми. Вот получилось, что мы сделали одну прибавочку, и она очень незаметна. Итак, давайте провяжем этот ряд. Провязала этот установочный ряд. Теперь будем вывязывать раппорт узора. Но для этого нам нужно перейти на спицы большего размера. Мы вязали на 3,5, перейдем на четверочку. Кстати, вот этот установочный ряд, когда вязали, можно было тогда перейти на эти спицы, а можно сейчас. Итак, вяжем первый ряд раппорта. Раппорт первого ряда. 3 изнаночных.
Один, два, три и четыре лицевых. Один, два, три, четыре. Вот это вот раппорт первого ряда. Повторяем. Три изнаночных. Один, два, три и четыре лицевых. Один, два, три, четыре. Все, таким образом вяжем до конца ряда. Провязала первый ряд до конца, вяжем второй. Второй ряд вяжется точно так же, как и первый. Раппорт второго ряда. 3 изнаночных петельки и 4 лицевых. Вот это мы с вами провязали раппорт второго ряда. Повторим. 3 изнаночных и 4 лицевых. Вяжем так до конца второго ряда. Довязала второй ряд, вяжем раппорт третьего ряда. 3 изнаночные, затем 1 лицевая, 2 петли снимаем, не провязывая нить за работой. 1 сняли, 2 сняли, 1 лицевая. Вот это вот мы провязали раппорт третьего ряда. Повторим. 3 петельки изнаночных, 1 лицевая. 2 петельки снимаем, не провязывая нить за работой, 1 лицевая. Повторим еще разочек. 3 петли изнаночных, 1 лицевая. 2 петли сняли, нить за работой, 1 лицевая. Все. Вяжем так до конца ряда. Третий ряд довязала. Вяжем раппорт четвертого ряда. Четвертый ряд мы вяжем точно так же, как и третий. Раппорт четвертого ряда. 3 изнаночных. Затем 1 лицевая, 2 петли сняли, не провязывая нить за работой, 1 лицевая. Повторим, 3 изнаночных, 1 лицевая, 2 петли сняли, не провязывая нить за работой, 1 лицевая. Все, вяжем до конца ряда. Довязала 4 ряд, перебрасываем маркер, вяжем 5. Раппорт 5 ряда, 3 изнаночных. И затем нам нужно сделать перекрещивание петель вот в этой вот лицевой дорожке, чтобы вот так вот получилось. Смотрите, для этого нам нужно поменять местами, чтобы вот эта петля была первая, а эту провязать второй. Для этого мы правой спицей подхватываем вторую петлю и обе петли снимаем со спицы. Затем на спицу одеваем сначала вот эту вот первую петлю и затем вот эту вот. Все, поменяли местами, провязываем сначала первую, затем вторую. Теперь эти петли нужно поменять местами, чтобы вот эта петля влево уходила. Для этого мы правой спицей с задней стороны подхватываем вот эту вторую петлю. Обе петли спускаем со спицы. Одеваем сначала вот эту вот, которую петлю вытянутую, затем вот эту. И провязываем также лицевыми. Сначала одну, затем вторую. Все, сделали перекрещивание, и вот так вот у нас смотрится. Повторим раппорт. 3 изнаночных, затем нам нужно перекрещивание сделать. Можно вот так снять обе петли со спицы, сначала одеть вот эту первую, затем вот эту вот вторую и провязываем лицевыми. 1, 2, затем вот эти петли перекрестить с наклоном влево. Вторую спицу подхватываем, снимаем. Начало первую одеваем, затем вот эту вот. И также провязываем лицевыми. Все. 3 петли изнаночных. Это заново раппорт начали. Давайте еще разочек покажу. Сняли обе петли со спицы. Сначала первую одели, потом вторую. И провязываем. 1, 2. Здесь то же самое. Сняли со спицы. Сначала вытянутую одели, затем вторую петлю и провязываем лицевыми. Все. Вот такие вот у нас перекрещивания получаются. Вяжем так до конца ряда. Довязала 5 ряд, перебрасываем маркер и вяжем 6 ряд. Раппорт 6 ряда. 3 петельки изнаночных и 4 лицевых. Это раппорт 6 ряда. Повторим. 3 изнаночных и 4 лицевые.
Вяжем так до конца этого ряда. Вот так вот у нас получается. Все, я довязала шестой ряд. Далее мы вяжем, повторяя с 1 по 6 ряд на нужную высоту изделия. Я провязала необходимую длину мне изделия. По длине у меня изделие примерно 30 с половиной сантиметров. В общем, 30 сантиметров. Теперь нам нужно разделить вязание на перед и спинку и вязать там сначала спинку, затем вперед. Вот смотрите, у нас здесь 161 петля. Разделю я таким образом. На спинке у меня будет, получится 80 петель, спереди 81. Вот здесь вот я уже повесила маркер. Я читала 80 петель, повесила маркер, и вот здесь осталось 81 петля. У нас будет таким образом. Смотрите, раппорт начинается с 3 изнаночных, да? 3 изнаночных, и дальше прошел раппорт. Вот так вот идет с 3 изнаночных и заканчивается будет 3 изнаночными. Получается, раппорт вот здесь заканчивается, и это как бы 3 петли для симметрии оставила. Они начинаются с 3 изнаночных, спинка, и заканчивается. Соответственно, вперед у меня будет начинаться с 4 лицевых, вот с этой дорожки, и заканчиваться также 4 лицевыми. Итак, сейчас мы вяжем петли спинки вот до этого маркера. И дальше петли переда, вот эти вот, мы переоденем на ниточку и будем сначала вязать только спинку. И сразу же мы будем делать убавочки для проем. Хочу вот по 7 петель со стороны, с этой и с другой, и также спереди закрыть для проем. Мы здесь вот обычно 2 вместе изнаночной провяжем. Раз, петельку сократили. И еще раз провяжем 2 вместе изнаночной. 2 петельку. 2 петли мы сократили. И у нас здесь как раз закончился раппорт. И сейчас начинается раппорт первого ряда. Тут вяжем по рисунку. 4 лицевых, 3 изнаночных. Вяжем так. И в конце мы сейчас... в начале следующего ряда также закроем с другой стороны 2 петли. Итак, довязываем сейчас мы до маркера. Провязала я петли спинки, и теперь вот петли переда, вот здесь у меня маркер, я сняла его до вот этого маркера, мы возьмем вот такую иголочку с широким ушком и ниточку контрастного цвета. И нам нужно просто ее переснять, не ее, вот эти вот петли, здесь 81 петелька, переснять на ниточку и на ниточке пока оставить, пока мы вяжем спинку. Пересняла петли переда на ниточку, закрепила с обеих кончиков, чтобы петельки не убежали. И теперь мы дальше будем продолжать вязать спинку. Второй ряд, мы провязали первый ряд раппорта, разворачиваем и его будем вязать уже по изнаночной стороне. Нам сейчас вначале нужно также сократить 2 петельки, как мы сокращали спереди. Мы провяжем 2 петли вместе одной лицевой. И еще раз 2 петли вместе одной лицевой. Все, мы сократили 2 петли. И этот ряд мы вяжем по рисунку. У нас получается как, что мы вяжем 4 изнаночных. И 3 лицевых. Если видим, что идет изнаночные идут, вяжем их изнаночными. Если видим, что идут лицевые, вяжем эти петельки лицевые. Так мы вяжем до конца ряда. Вязала я второй ряд. Вяжем третий ряд. В начале третьего ряда тоже сократим 2 петли, провязав так. 2 вместе одной лицевой. И еще раз 2 вместе одной лицевой. Все, сократили 2 петельки. Так, давайте в этом ряду 3 сократим, вот так вот. Или, ладно, да, давайте 2, все. Вот этот раппорт, ничего с ним не делаем, просто 2 лицевые провязываем, довязываем. И начинаем раппорт третьего ряда. У нас получается 3 изнаночных, 1 лицевая, 2 петли сняли, 1 лицевая. В общем, все как обычно. Довязываем до конца этого ряда.
Довязала до конца ряда. Кстати, последнюю кромочную провязывайте изнаночной. Разворачиваем работу. И здесь в начале ряда тоже нужно сократить 2 петли. Провязываем по 2 вместе одной изнаночной. 2 вместе одной изнаночной. И 2 вместе одной изнаночной. Дальше вяжем по рисунку. У нас одну петлю мы снимаем, не провязывая. Одна изнаночная. Затем 3 лицевые. Одна изнаночная. 2 снимаем, не провязывая, только нить перед работой оставляем. То есть, чтобы ниточка, вот эта протяжка, шла по изнаночной стороне. Одна изнаночная. 3 лицевые. Одна изнаночная. 2 изнаночные снимаем, не провязывая, нить перед работой. Одна изнаночная. И так вяжем до конца ряда. Так, вяжем пятый ряд. В пятом ряду опять сокращаем 2 петли. Провязываем 2 вместе одной лицевой. И еще 2 вместе одной лицевой. Все, все сокращения мы сделали. Мы сократили 6 петель для проймы. У нас узор будет начинаться с 3 изнаночных, все нормально, и заканчивается 3 изнаночными. А вот эта вот петля одна, которая осталась, она нам так и нужна. Она у нас будет первой кромочной. В начале ряда всегда есть кромочная, которую мы снимаем, а в конце провязываем изнаночной. Вот эта вот петля и будет кромочной. И дальше продолжаем вязать раппорт. Это у нас получается 5 ряд раппорта. Здесь мы перехлёстываем петельки, как и обычно. Все, вяжем до конца этого ряда. Итак, вяжем 6 ряд. В 6 ряду мы тоже в начале сократим 2 петли, провязав их по 2 вместе одной изнаночной петлей. Раз, сократили петлю. И 2, сократили петлю. Все, вот у нас заканчивается 3 изнаночными, как и начиналось. И у нас осталась 1 кромочная петля. Это 6 ряд по рисунку, довязываем его. 6 ряд мы здесь провязываем, получается, как идут петельки, так и вяжем. У нас здесь получается, раппорт идет 3 лицевые и 4 изнаночных петли. Довязываем до конца ряда. Все, я довязала 6 ряд, вот сделала убавки. С этой стороны у нас убавилось и с этой. И теперь мы продолжаем вязать просто по рисунку, повторяя с 1 по 6 ряд на необходимую нам высоту. Я думаю, нам, наверное, нужно будет сантиметров, может, 18 провязать. Но сейчас я провяжу и посмотрю, и вам потом померяю. Итак, я провязала спинку на нужную мне высоту. Она вот так у нас сейчас такая собранная, как резинка. Потом постираем, разложу все, и узор расправится. Провязала я примерно 17 сантиметров. У меня получилось, вот если... Вот мы разделяли, и от убавок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 полных раппортов в высоту. То есть 66 рядов, или примерно 17 сантиметров. Теперь нам нужно вязать вперед. Помните, да? Мы вперед провязали первый ряд, дальше пошли спинку вязать, а вперед пересняли. Значит, у нас первый ряд переда переснятый уже. Ой, говорю, переснятый, провязанный по рисунку. Начинаем вывязывать. Это получается у нас второй ряд раппорта. Он пойдет у нас по изнаночной стороне. И в начале изнаночного ряда, не забываем, нам нужно сделать 2 убавки. 2 раза петельки провязать по 2 вместе одной изнаночной. Итак, давайте сразу же 2 вместе провязываем одной изнаночной. Переодеваем эту петельку и еще раз провяжем 2 петли вместе одной изнаночной. Все, мы сократили 2 петельки для проймы. Теперь вяжем по рисунку второй ряд. В начале третьего также сокращаем 2 петли. Все то же самое делаем, как и на спинке. Довязываем до конца, переворачиваем. В четвертом ряду опять 2 петли. Сокращаем, довязываем, переворачиваем. В пятом 2 сокращаем, довязываем. И в шестом также 2 петли сокращаем и довязываем. И встретимся с вами в 7 ряду. То есть мы сейчас один раппорт довяжем до конца и с обоих сторон сократим по 6 петель. Точно так же, как на спинке сокращали.
Итак, все я провязала, сделала убавки с обоих сторон. И смотрите, нам что теперь надо. У нас ворот будет V-образный. Нам сейчас нужно будет разделить вперед на две части, там на одну и на вторую часть. Смотрите, у нас здесь изначально была 81 петля, она не делится пополам. К примеру, так, здесь я оставила 41 петлю, а здесь 40. И я изначально повесила маркер. И потом с обоих сторон стала убавлять. Потом с этой петелькой мы что-нибудь сделаем. Вот здесь идет вот эти 3 изнаночных. И с одной стороны 2, а с другой 1. Остальное все пополам. Смотрите, как я рассчитывала. Мне на плечико нужно оставить 21 петлю. На одно плечико и на другое. По 6 петель, это убавки у меня были написаны. Получается, что из общего количества, из 81 петли, я вычла 2 раза по 6, которые мы убавочки делали, и вычла по 21 петле. Это на плечи, чтобы у нас осталось. У нас получается, что 27 петель осталось. 27 поделить пополам, 13,5. Пускай тут будет 26, 13 убавок. Нам нужно сделать с одной стороны и 13 убавок с другой стороны. Я вот здесь вот написала ритм убавок. Я буду делать убавки в первом, в третьем, в пятом, в седьмом, в девятом. То есть через ряд, а дальше через 4 ряда. В 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37 и 41 рядах. Итак, сначала мы будем провязывать одну часть полочки, затем перейдем к другой части полочки. Так, итак, сейчас вяжем одну часть полочки до маркера. Вот я не довязала до маркера 3 петель. И сейчас покажу, как буду делать убавки. Я вязала по рисунку. Вот эти вот петлю последнюю, я не буду ее трогать. Я буду делать убавки до вот этой вот последней петли, которая идет перед маркером. То есть вот эти вот две нам нужно сократить. Сократить я их провяжу 2 вместе, 1 лицевой. Вот эту петельку лицевую я разверну вот таким образом. И провяжу 2 петли вместе за заднюю стенку. Одной лицевой. Вот. Они нормально смотрятся. И последняя, она у нас теперь будет кромочная. Я ее провяжу изнаночной петлей. Все, мы провязали, сделали убавку. Разворачиваемся. Сейчас вяжем по рисунку до конца ряда. Первую кромочную снимаем. Дальше у нас здесь по рисунку идет второй ряд раппорта. Изнаночные мы вяжем изнаночными. Лицевые петельки мы вяжем лицевыми. Итак, довязываем до конца ряда. Это у нас второй ряд. Начинаем третий ряд. И третий ряд вяжем также по рисунку, не довязывая 3 петель до маркера. И опять будем делать убавку. Вот я довязала опять 3 петельки. Вот эти вот 2 опять нам нужно провязать вместе. Я одну петлю вот так вот разверну. И за задние стеночки 2 вместе, 1 лицевой опять провяжу. И вот они аккуратно смотрятся. Последняя у нас кромочная, ее изнаночной. Так, все, разворачиваем, и это получается у нас 4 ряд. Мы его вяжем опять по рисунку, как у нас идет рисунок 4 ряда, также и вяжем. 4 довязываем, 5 вяжем также, не довязывая 3 петель до конца. Вот я опять не довязала 3 петель, опять разворачиваю и провяжу 2 вместе, и в конце 1 изнаночная. Вот так вот у нас сейчас получается. Разворачиваем вязание и вяжем 6 ряд. И так далее мы будем вязать и будем делать убавки далее уже самостоятельно. Это мы сейчас провязали 5 ряд. Дальше вот так в 7, 9, в 13, в 17, в 13. И дальше смотрите, до 13 мы в каждом лицевом ряду делаем. А далее уже через 4 ряда мы делаем убавки до 41. И дальше мы будем вязать оставшиеся петельки на высоту спинки. Всего я там говорила 66 рядов. И дальше вот эти вот ряды просто без убавок, просто будем вязать вверх. Все, и довязала одну часть полочки. Вот так это сейчас смешно выглядит, потому что стягивает сильно узор.
Я пересняла петли, оставшиеся петли, у меня осталось 22 петли здесь, пересняла на булавку и оставила чуть кончик подлиннее, чтобы затем сшить плечевые швы. И теперь переходим к другой части полочки. Вот она у нас уже на спицах, она и была на спицах. И начинаем вязать. Это у нас пойдет, так, сейчас первый ряд раппорта. И вот здесь мы будем в начале раппорта сокращать наши петельки. Вот смотрите, чтобы до этого не запутаться, у меня была вот эта схемка сокращений. Я просто сократила, зачеркнула. И так проще намного, и не сбиваешься. И вот здесь вот я опять начертила себе, чтобы сейчас буду зачеркивать. Итак, мы сейчас будем сокращать петельки в первом ряду. Так, берем ниточку. И у нас будет следующим образом. Первую кромочную петлю мы будем снимать. Дальше нам нужно провязать 2 петли вместе одной лицевой. Я также вот эти вот петельки разверну одну и за задние стеночки провяжу 2 вместе одной лицевой петлей. Вот так вот. И дальше это у нас идет первый ряд. В первом ряду мы вяжем просто петли по рисунку. Мы сейчас довяжем до конца первый ряд, затем второй, и в третьем ряду с вами встретимся. Провязала второй ряд, и сейчас мы вяжем третий ряд. Вяжем следующим образом. Первую кромочную снимаем. Завтра, затем опять 2 петли провязываем вместе одной лицевой петлей. Так, раз, провязали. И далее вяжем по рисунку. У меня это получается третий ряд рисунка. Здесь я вяжу, 2 снимаю, вяжу. В общем, здесь мы, если мы здесь сокращали по изнаночной стороне в начале, то здесь сокращаем по лицевой стороне в начале. Делаем точно такие же убавки. Здесь я в первом ряду сократила, в третьем ряду сократила. В общем, вяжем идентично, как и первую полочку. Все повторяем одно и то же. И затем оставшиеся петельки также можно переснять на булавочку. Все, я закончила вторую часть полочки. Даже уже сшила шов. Сшивала при помощи крючка. Только смотрите, я убавку последнюю не делала здесь. Вот эту вот 41-ю я не стала делать во второй полочке. И оставила тоже 22 петельки, как и в первой у нас получилось. Так что по 22 петли. Смотрите, я эти петли переодела на спицу. И вот здесь вот петли и петли спинки с ниточки сняла здесь, 22 сшила, и сейчас сняла 22 петельки. Вот у нас они на чулочных спицах. И теперь нам нужно их повернуть лицевыми сторонками вовнутрь, чтобы сшить петли. Таким вот образом. Вот ниточка у меня рабочая сзади получилась. При помощи крючка я снимаю первую петельку с первой спицы, первую петельку со второй. Подхватываю ниточку, продеваю через первую петельку и через вторую. И обе петли снимаю. Затем опять то же самое. Вставляю крючок в первую петлю, во вторую. Подхватываю ниточку, провязываю и протягиваю через первую петлю. Обе петельки я сняла. Опять то же самое. В первую, во вторую. Подхватила ниточку, провязала и протянула через первую петлю. Обе спицы сняла. Обе петельки сняла со спицы. И вот такими вот движениями сшиваем все 22 петли. Сильно не затягивайте, а то шов получится совсем не эластичный, и у вас он стянется, чтобы здесь не стягивало. Все, дальше сшиваем до конца. Вот так вот шов выглядит. Все, я сшила полностью шов. Вот такой вот мягкий, хороший он получился. Вот так вот аккуратно смотрится с лицевой стороны. У меня единственное вот здесь вот не совпало, потому что у нас начиналась, да, вперед и спинка чуть-чуть по-разному. Но я думаю, это ничего страшного. Теперь нам нужно будет обвязать ворот и обвязать проймы. Я сейчас обвяжу одну пройму, посмотрю, как все получается, хорошо или нет. И на второй покажу вам. Вот я обвязала одно плечо. Или одну пройму. Мне очень понравилось.
Вот так вот оно смотрится. Я померила на ребенка, хоть здесь так все стянуто, но село очень хорошо. Нигде здесь ничего не стягивает. Резиночка. Все хорошо. Итак, давайте второе плечико, вторую пройму обвяжем вместе с вами. Сейчас посчитала, 96 петель у меня получилось на обвязывание. Итак, вот наша пройма. Ищем середину. Берем спицы. Я взяла спицы 3,5, чуть меньше основных. Так вот, вставляем спицу, берем ниточку и вытягиваем первую петельку. Каких-то правил, как правильно, да, поднимать петли нету. Вы смотрите на глаз, чтобы у вас полотно не стягивало. Вот если вот я за это возьму, больно дырочка большая, да, будет. Я поэтому вот здесь вот подцеплю и вот так вытащу. Две петли, следующую третью, четвертую, вот так вот. И из пятой, смотрите, я как делала. Из пятой петли я поднимала две. Одну петлю поднимала за заднюю стеночку, вот эту петельку провязывала. А одну петлю вот здесь вот, за переднюю, из той же как бы петли. Получилось, что мы из одного места две петли. Я каждый раз так стала обвязывать, потому что я когда просто из каждой петли поднимаю одну петлю, вот видите, здесь такие петли длинные пошли, у меня всегда стягивает полотно. Я так и на рукава набираю, чтобы жилет обвязать. Кто-то вообще три поднимает, одну пропускает. У меня лично стягивает. Вот это для меня оптимальный способ. То есть опять 1, 2, 3. Вот здесь, видите, они такие длинные, эти петли. Так что можно не из пятой, можно из четвертой уже две петли поднять. Подняли. Дальше опять. 1, 2, 3, 4. Здесь из пятой. Из пятой две петли я поднимаю. За заднюю стеночку и за переднюю. Вот так вот получается. Примерно смотрите, чтобы в 1 сантиметре две петельки у вас было. Опять то же самое. 1, 2, 3, 4. И из пятой две поднимаю за заднюю стенку и за переднюю. Все. Опять то же самое. 1, 2, 3. 4. И из пятой 2. За заднюю и за переднюю. Все. Таким образом поднимайте по кругу. У вас может быть другое количество петель, не как у меня. Но смотрите, чтобы это количество петель было кратно 4. Так как мы будем обвязывать резинкой 2 на 2. А раппорт этой резинки 4 петельки. И так поднимаем все петли. Все, я набрала все петли. 96. Вешаю маркер, чтобы понимать, где у нас начало, где конец ряда. И начинаем вязать нашу резиночку 2 на 2. Первые две петельки лицевые, затем 2 изнаночные. 2 лицевые, 2 изнаночные. И так далее вяжем резинку на нужную нам высоту. У меня здесь связано 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 рядов резиночки у меня так здесь связано. Я потом померю и скажу вам, сколько это в сантиметрах у меня. Провязала я необходимое количество мне рядов. Четыре сантиметра это, если в сантиметрах. И теперь нам нужно закрыть петельки. Сейчас я еще одну петельку довяжу до конца. Можно снять маркер и закрываем следующим образом. Если видим, что идет лицевая, провязываем ее лицевой. Следующая тоже лицевая, ее лицевой. И предыдущую петлю перебрасываем на снятую. Одну петлю закрыли. Идет изнаночная. Провязываем ее изнаночной. И предыдущую петлю
набрасываем на изнаночную. Опять изнаночная. Значит, изнаночной вяжем. И предыдущую петлю набрасываем на изнаночную. И вот здесь вот сильно не затягивайте, вот так, чтобы по спице было чуть-чуть посвободнее. Если будете сильно затягивать, то у вас край сильно перетянется и совсем не будет эластичным. В общем, если идет лицевая, провязывайте ее лицевой. Если идет изнаночная, провязывайте изнаночной. И каждый раз набрасывайте предыдущую петлю. Это самый простой способ закрытия. Итак, закрываем все петельки до конца. Все, я закрыла петли. Вот у меня осталась последняя петля. Я ее вытащила. Вот видите, да, здесь такая ступенечка некрасивая получается. От нее избавиться очень легко. Я ниточку уже обрезала. Нам понадобится вот такая вот игла с широким ушком. И продеваем нашу ниточку туда. И затем, смотрите, вот здесь закончилась, а здесь вот следующая, да, петля идет. Мы смотрим, вот она у нас идет. Раз и два. Вот петля. Вставляем иголку. Раз, подзатянули. Тем самым, как бы сделав второй раз вот сюда. Раз, и смотрите, как у нас петелька образовалась. И здесь, смотрите, все как ровно. И вытаскиваем, и еще разочек вставляем. И вытаскиваем ниточку на изнаночную сторону. Вот так вот красиво все у нас получилось. И теперь нужно спрятать. Спрячу я ее вот в эту вот косичку. При помощи иголочки сначала ниточку... Вот у нас идет, да, петля, косичка, правая стенка и левая. Сначала в левую стенку таким вот образом иголочку я пропускаю. Там мы прячем ниточку. Так, до конца резиночки сейчас. Все. И вытягиваю. Здесь вот так потянули, чтобы ничего не стягивало. Смотрите, ничего не заметно. И теперь в обратном направлении, чтобы точно у нас ниточка никуда не убежала. Здесь можно не до конца, можно вот так 5 стежков сделать и вытащить. Иголочку снимаем. Вот так вот подрастянули все. И теперь при помощи ножинок обстригаем ниточку под самый корешок. Таким образом мы спрятали нитку, она у нас никуда не денется, и все у нас получилось ровно и красиво. Так, у нас сейчас наше изделие выглядит. Теперь нам нужно поднимать петельки для ворота. Берем те же спицы, я возьму 3,5. Присоединяем ниточку. Вот у нас идет центр. В центре поднимаем первую петлю. Подняли. Здесь кончик побольше вытащу, чтобы не убежало. И теперь начинаем поднимать петли. Я вот не буду в кромочную косичку вот так убирать. Не будет красиво. Чуть подальше. Вот сюда буду поднимать. Раз, петля. Два. Три. Четыре. Вот, в общем, не в кромочную, вот в эту, а чуть подальше. Поднимаем из петли одну петлю. Здесь я не буду две петли вывязывать из одной. Здесь и так все нормально у нас идет. Примерно с такой же частотой поднимаете 2 петли на 1 сантиметр. Если сильно далеко расположены петельки, тогда можно из одной петли вытащить 2, чтобы не стягивало у нас ничего.
Смотрите, здесь почаще, а здесь пореже, да, пошло. Вот здесь вот и следующий. Давайте вытащим две. Так вот, за заднюю стеночку и вперед. И не за кромочную, а чуть поближе вот сюда. Две подняли, чтобы у нас полотно не стягивало. И вот так вот поднимайте. Если видите, что как-то редковато они идут, то можно из одной петли две вытащить. Все, поднимаем так все петельки. И смотрите, чтобы опять количество петель было кратно 4. Смотрите, я поднимала петли и дошла до вот этих вот открытых петель, которые у нас были на ниточке. Я сейчас эти открытые петли пересниму на чулочную спицу. Вообще на чулочную не обязательно переснимать, хоть на круговые, хоть на какие. У меня просто она здесь ближайшая была. Итак, переснимем эти петельки и снимем, и вытащим ниточку. Все, я пересняла. Смотрите, если мы эти все петли переснимем, так как здесь набирали, эти пересняли, и дальше набирать, то у нас рабочая нить-то здесь останется, и у нас не получится. Поэтому нам их надо сейчас будет провязать. И провязать нужно будет по рисунку, то есть где-то лицевую, где-то изнаночную. Чтобы было красиво и все совпало, нам нужно сейчас будет посчитать. Смотрите, вот здесь вот у нас будет центр нашей горловины. То есть первая петля, которую мы набрали, будет лицевая. И потом вот так наберем, и последняя будет лицевая. От этих двух центральных лицевых пойдут 2 изнаночных, 2 лицевых. И с этой же стороны также 2 изнаночных, 2 лицевых. Поэтому, чтобы нам совпало все по рисунку, нам сейчас нужно будет эти петельки сосчитать. Вот это будет 1 лицевая. Дальше 2 изнаночных, 2 лицевых. 2 изнаночных, 2 лицевых. 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых. 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. 2 изнаночные, 2 лицевые. Изнаночные лицевые. Изнаночные лицевые. Изнаночные лицевые. Изнаночные лицевые. Поэтому вот эти вот петельки, которые мы пересняли, мы их начинаем провязывать 2 изнаночных. 2 лицевых, 5, 2 изнаночных, 2 лицевых. Так, вяжем все петельки, которые мы пересняли. 2 лицевых. Сейчас у меня уже их немножечко осталось. Так, 2 лицевые, 2 изнаночные. 2 лицевые. Все, мы их провязали. Спицу убираем. И дальше по этой стороне точно так же набираем петли, как и набирали. Подняла все петельки. Теперь давайте мы с вами провяжем первый ряд. Смотрите, как мы его провяжем. Здесь вот у нас начало ряда. Повесим маркер. Смотрите, вот эти вот две центральные петли, на этой спице одна и за маркером одна. Это будут две центральные лицевые. Поэтому мы сейчас провязываем одну петлю первую, лицевой. Кончики потом подтянем. Лицевая. А вторая лицевая за маркером будет, то есть последняя петля в ряду. Дальше мы провязываем две изнаночные. Затем две лицевые. Опять 2 изнаночные, 2 лицевые. В общем, вяжем резинку 1 на 1. Вяжем полностью по кругу. Вот я практически довязала до конца. У меня 2 лицевые, 2 изнаночные. И вот осталась одна петля. Вот ее мы провяжем как раз лицевой. Все. Мы провязали первый ряд. Перебрасываем маркер. И смотрите, и теперь нам нужно будет делать убавки. В начале ряда нам нужно будет сделать убавки с наклоном влево. А в конце ряда убавки с наклоном вправо. Итак, как мы будем их делать? Смотрите, нам нужно вот эту лицевую и следующую за ней изнаночную петлю провязать 2 вместе одной лицевой петлей с наклоном влево. Для этого мы обе эти петельки развернем. Вот чтобы вот так вот петли смотрели. И вот это вот так вот смотрела. И провяжем их 2 вместе за заднюю стеночку одной лицевой петелькой.
Все, провязали. Дальше мы вяжем 1 изнаночная у нас осталась. И дальше опять по рисунку 2 лицевые, 2 изнаночные. Вяжем так до конца ряда, не довязывая последних 3 петель. Покажу, как там мы будем делать убавку. Вот, практически довязала до конца еще одну петлю. И вот у нас осталось 2 петли. Вот эти 2 петли нужно провязывать одной лицевой с наклоном вправо. Их мы не переворачиваем, а просто вот за передние стеночки провязываем вместе одной лицевой петлей. Все, мы сделали убавку. Перебрасываем маркер и сейчас вяжем. У нас это получается третий ряд. Третий ряд мы вяжем без убавок, просто по рисунку. У нас здесь идет 1 лицевая, 1 изнаночная. И дальше вяжем резинку. 2 лицевые, 2 изнаночные. Вяжем это до конца ряда. Это у нас получается третий ряд. И встретимся с вами в четвертом. Довязала третий ряд. Перебрасываем маркер и вяжем четвертый. В четвертом мы делаем убавку, точно такую же, как мы делали во втором ряду. Петельки вот эти разворачиваем. И провязываем одной лицевой за заднюю стеночку. Все. И далее мы вяжем по рисунку. А здесь вообще 3 лицевых подряд получилось. Довязываем ряд. В конце ряда делаем точно такую же убавку, как делали во втором ряду. Далее пятый ряд вяжем без убавок. В шестом ряду делаем убавку. Седьмой ряд без убавок. В восьмом делаем убавку. И начиная с девятого ряда и до нужной ширины обвязки горловины убавки мы делаем в каждом ряду. Запомнили, да? Третий ряд. Так, это у нас четвертый ряд с убавкой, пятый без, шестой с убавкой, седьмой без, восьмой с убавкой. И дальше девятый, десятый, одиннадцатый и так далее. В каждом ряду делаем вот такие вот убавочки. Я провязала нужную высоту обвязки ворота. Также провязала, как и здесь, 13 рядов. И теперь будем закрывать петельки. Закрывать петельки будем точно так же, как мы и закрывали на проймах. Идет лицевая, провязываем лицевой. Идет изнаночная, провязываем изнаночной. И затем предыдущую петлю набрасываете. Идет лицевая, ее лицевой. И предыдущую петлю набрасываете. Опять идет лицевая, ее лицевой. И предыдущую петлю набрасываете. Главное, сильно не затягиваете. А то ворот будет неэластичным. И все. Так закрываете все петельки по кругу. Все, я закончила. Закрыла все петельки. Вот так вот сейчас не особо привлекательно это смотрится. Но я сейчас все постираю. Вот так вот все разгладится, выпрямится. И думаю, что получится очень-очень красиво. Пока вот так вот. На этом у меня все. Надеюсь, вам все понравилось, все было понятно. Вам останется спрятать все кончики. Я их спрячу после стирки. И жилетик будет готов. Всем пока!